Наши с тобой. Но я не могу. А я поверить на слово. Ну, на слово. Троллейбус моего детства в таких ездил. И как и сейчас, так и тогда бесплатно ездил. А почему тогда? А? Ну, потому что я был молодой человек, не было у меня денег таких роскошеств, чтобы еще платить 4 копейки за троллейбус. Еще что-то не хватало.